здесь можно поживиться. Эй, выходи, я тебя заметил. Выходи медленно, без резких движений. Вот так. Покажи мне руки. Так и иди. Как тебя зовут? Олег. Как ты здесь оказался? Я здесь живу. Давно? Уже несколько лет. Это можно назвать ссылкой. Правительство избавилось от меня, закинув в этот ад. А ты сталкер, причем, судя по твоему оружию и обмундированию, довольно опытный. Я много повидал таких, как ты. Большинство сразу открывало огонь, остальные убегали. Но ты, как я вижу, не такой, как все. И что же ты видишь? А ничего. Я лишь вижу четкую слаженность движений и поведения. Никто со мной не разговаривал. Что-то в тебе есть необычного. Ты не такой простак, что ищет денег и славы. У тебя другие цели. Ладно, я думаю, ты хочешь отсюда выбраться. Нам с тобой по пути. Вполне выгодная сделка для обеих сторон. Умеешь обращаться? Это ты мне жизнь спас. Пошли, узнаем, кто это. Все, надо уходить. Плохо он разбирается в вооружении. Ooh.